Давайте так. Определение террорист, боевик, так. Наемник. Вот это пропагандистские определения, которые в современной вот этой концепции сюжета зависят от выбранной стороны. Как они говорят, правильной стороны истории. Так. Если ты на правильной стороне истории, то ты повстанец, ты революционер, ты борец за свою страну, и ты хороший человек. Ну, да. Как только ты поменял сторону, встал на неправильную сторону истории, вот только тогда к твоей, к тому, что ты делаешь, начинают применяться эти эпитеты. Сама эта этика и само это право, так называемое международное право, включая права человека, является следствием выбора стороны. То есть это применяется понятно. Только тогда, когда ты, только по отношению к тем, кто выбрал правильную сторону. В этом смысле те, кто на неправильной, их можно брать в заложники, они не люди. Можно уничтожать, они не люди. Можно бомбить кассетными боеприпасами, ну, да. они не люди. Можно ставить противопехотные мины, чтобы им отрывало ноги, они не люди. Люди – это только свои. Это те, кто стоят на правильной стороне истории. Вот логика этого, этой империи лжи.